домашних животных скоро посчитают. Соответствующий законопроект сейчас готовится в Государственной Думе. Согласно документу, на каждого хвостатого должно приходиться соответствующее количество жилплощади в квартире. Наш корреспондент Полина Федюк разбиралась в тонкостях законопроекта. Ну они же у вас на пол гадят, но у тебя вместо покрытия плитки у тебя слой кала засохшего. За ними надо ухаживать, конечно, если любишь. Своих постояльцев Виктор уже не может сосчитать по хвостам. Здесь на каждый квадратный метр по коту или кошке. Бездомных животных хозяин жалеет и гостеприимством не обижает. Только вот соседи с мяукающей стаей не уживаются. А вредность молоко надо давать и противогаз. Фекалиями тут пахнет. Извините, дерьмом. Буквально летом дышать нечем. В борьбе двух сотен жильцов многоэтажки против 30 кошек побеждают хвостатые. Уже 15 лет подряд они устанавливают в подъезде свои правила. Выселить незарегистрированных постояльцев по закону нельзя. Регистрация животных хоть и обязательна, но за ее отсутствие к ответственности не привлекают. Приходя на прием, многие говорят, что мы не знали, что, допустим, приобретя животное, нужно обязательно его зарегистрировать в ближайшем ветеринарном учреждении. 2-3%, которые сразу в этот же день, либо на следующий день придут, ветеринарное учреждение для того, чтобы поставить данное животное на учет. По закону о ветеринарии вопрос регистрации домашних животных перед владельцами стоит еще с мая 93 года. Только вот исполняют его далеко не все. А вот привязать 4-лапых квадратным метром законодатели решили только сейчас. Вопрос лишь в том, что станет с теми, на кого этих самых квадратов может не хватить. Если человеку по нормам положено 6 квадратных метров, то для животных метраж жилплощади парламентарии пока не рассчитали. Но уже сейчас известно, питомцев ждут качественно новые условия жизни. Ведь за нарушение требований к содержанию домашних животных будет установлена дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность. Человек, когда он берет животное, он берет на себя ответственность.